Он никогда не был уверен, когда альбом будет выпущен. И чем больше времени это занимало, тем счастливее был Джордж. Я выбрал My Sweet Lord из всех песен, потому что знал, что это хит. Но все спорили со мной из-за религиозных намеков в этой песне. Но я говорил, что это не имеет значения. Это была самая коммерческая песня в альбоме. И Джордж переживал об этом тоже, потому что сначала «Хэйр Кришна», потом «My Sweet Lord». Будет ли публика готова к этому? Но я сказал, неважно, это хит. Я долго думал, выпускать ли мне песню «My Sweet Lord» или нет. Написав ее, я был уверен, что это обязывает меня к чему-то. Будет много людей, которые меня возненавидят. Потому что люди боятся неизвестности, понимаете? Это своего рода инстинкт в людях. Дело было в том, что я словно подставлял свою голову под кирпич. Но с другой стороны, я думал, никто же так не говорит. Да, вот я и подумал, пусть кто-то другой попробует сделать это. Так, чтобы нести ответственность. Ведь кто-то должен выступить представителем этой идеи в какой-то мере. Если каждый будет валять дурака, так не пойдет. Мы гастролировали с Бонни и Дилейни. Они тогда переехали в Англию, а Джордж был большим поклонником. В одном из залов, где мы играли, в гримерке было пианино. Говорили на тему, как вы пишете песни госпел. Я сел за пианино и стал наигрывать госпел-вариации. Не помню, кто конкретно, Дилейни или Бонни, но кто-то из них сказал «О, май лорд», а затем остальные подхватили «Аллилуйя». Что делает эту песню такой нестареющей? Правда? Ну, во-первых, она простая. И потом из-за повторения слов. Знаете, я думаю, все дело в мантре. Понимаете, в ней есть мантра. А мантры, они... Их называют мистической вибрацией звука, заключенной в слоге. Она имеет такую силу в себе, гипнотическую и приятную. Это и правда приятно. Я бы занимался мантрой вечно. Однажды я повторял мантру без перерыва, просто путешествуя за рулем по Европе. Ты словно гипнотизируешься. Ты переходишь на некий тонкий уровень, где тебе становится так хорошо, что не хочется останавливаться. Сильная приверженность.